Всем привет! Меня зовут Юля, и я приехала из России, из города Брянска. Я провела здесь, в Праге, прекрасные 2 недели. Я приехала сюда с целью изучить английский язык и, наверное, встретить новых людей, получить новые впечатления, новые эмоции и, естественно, посмотреть такую прекраснейшую зимнюю Прагу. На самом деле, приехав сюда, основной задачей для меня было улучшение своих и приобретение новых навыков в английском языке. И в первый день, когда мы только сюда приехали, у нас был тест, благодаря которому нас распределяли по группам. Что касается обучения, мне все очень понравилось, потому что, во-первых, у нас были блестящие преподаватели. Лично у меня вел Майкл. Он вел наши группы, и наши уроки и занятия были достаточно информативными и очень интересными, интерактивными. Он не только давал нам большой объем материала, который нам был очень полезен, и также новый для нас, потому что он является носителем английского языка, и из его, благодаря его курсам, я считаю, что они очень помогли, и я чувствую, что уровень моего английского, наверное, подтвердился и улучшился. Что касается нашего здесь времяпрепровождения, было очень интересно, поскольку мы очень много путешествовали и посетили многие места красивые в Праге. Допустим, сегодня мы обошли почти всю Прагу, поднялись на Пражский град, побывали в Вышеграде, посетили. Также мы ездили в Дрезден и в Карловы Вары. У нас были замечательные сопровождающие, а также я познакомилась со многими людьми, с которыми мне было приятно очень проводить время, с которыми мне было очень интересно и весело. Прага оставила только самые позитивные, самые приятные впечатления, и мне кажется, что эта поездка была одной из самых лучших и одной из самых полной и богатой на впечатления и эмоции.